Ты будешь хорошей мамой. Спасибо, Ксения. Я надеюсь. Я тоже. Мел, почему все мужики либо безмозглые придурки, либо неврастенники? 10 лет в башне, выбор не богат. Да, зря я трясу своим грязным бельем. При нашей скученности никаких тайн быть не может. Все знают про всех. Возьми, например, Рогана и Шейну. Да, знаю. И вот твой брат. Он классный, но не понимает, что я теперь с Тайлером. Ты уверена? Мисси, думаю, нам надо заняться проблемой радиации. Что ты задумал? После заката уровень радиации взлетел. Надо найти либо убежище, либо йодные таблетки. Классная идея, но они кончились 8 лет назад. Да, потому что кто-то забыл наши медикаменты. Теперь будешь винить мою маму? Перестань. Хватит. Мы будем на свалке Франклинов на рассвете. Давление резко падает. Надвигается буря.